Вот такое знает кто? Заблудился как-то вояка-контрактник в зоне. Ходит и кричит: «Люди, кто-нибудь, помогите!» А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо прется. Ну да, ну да, значит, на блокпосту по три шкуры драть. Так козлы и ублюдки. А как залез в жопу, так сразу: «Люди, помогите!» Опять сапожище хреновые подсунули. Что у них совсем совести нету у этих? За неделю подошве гоплык. Эх, вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтобы в нос шибал. Неплохо, неплохо. За одну фотку 2 ночные звезды. Если так и дальше пойдет, в гробу я видал ваш хваленый клондайк. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Ничего, нормалек, прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Центр зоны тоже мне. Артефактов кот наплакал. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Привет, брат! Thank you.
дальше пойдет. Я буду ждал ваш хваленый Клондайк. Дерьмо-то, а? День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Всегда бы такая пруха была. Центр зоны.